Надя. Я вот, наверное, Ксюша. Да? Тебя же Ксюша зовут? Точно. Я хочу с вами поделиться секретом. У Ксюши совсем недавно был день рождения. Я решила подарить ей вот такой подарок. Держи, с днем рождения тебе. Всего-всего тебе хорошего. Быть послушной девочкой. Вот, держи. Понравился подарок тебе? Да. Ой, я очень рад. Давай с тобой сфотографируемся? Давай.